МРТ и КТ срочно. Томография на Весенний 10 в Серпухове с 8.00 и до 19.00 ежедневно. Мы проводим все виды исследований для взрослых и детей с 8 лет. Современные аппараты позволяют дать заключение в самых сложных случаях без перепроверки в течение нескольких часов. Наша репутация бесспорна. Нас рекомендуют врачи. В клинике ежемесячно действуют новые скидки. Узнать о них можно в печатных изданиях «Московский комсомолец» в Серпухове и общественная газета «Серпухов», а также по телефону 8 800 101 8031. Томография на Весенний 10 – это только качественная диагностика. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Олеся Акинфеева. Сегодня главная тема выпуска. Уже пора готовиться к новому отопительному сезону. На оперативном совещании обсудили график отключения горячей воды и план ремонтных работ. Сдали ЕГЭ по русскому. Сегодня выпускники писали первый обязательный предмет. Город танцует в парках. Региональный фестиваль прошел в парке имени Олега Степанова. Подготовка к новому отопительному сезону, плановое отключение горячей воды и графики профилактических работ системы теплоснабжения стали одной из главных тем еженедельного оперативного совещания. Провел его глава городского округа Сергей Никитенко. Обсудили сегодня еще один не менее важный вопрос – реализацию инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест на территории муниципалитета. Оперативное совещание началось в торжественной части. Сергей Никитенко вручил директору Оксане Виноградовой и коллективу молодежного центра «Молодость» поздравительный адрес главы городского округа. Сегодня в их адрес звучали слова благодарности и поздравления с юбилеем. Учреждению исполнилось 20 лет. Специфика данного межпоселенческого центра, наверное, заложена в его названии, то, что молодежный, молодость, и направлено на создание различного досуга, в первую очередь культурного, интеллектуального для нашего подрастающего молодого поколения. Сергей Никитенко за активное участие в подготовке и проведении 14-го международного салона средств обеспечения комплексной безопасности 2023 вручил почетные грамоты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сотрудникам спасательной службы «Юпитер», заместителю директора, начальнику поисково-спасательного отряда Максиму Зябликову, спасателю 2-го класса Алексею Незванову и спасателю 3-го класса Даниле Афанасьеву. После торжественной части перешли к обсуждению важных вопросов. Почти 70 котельных и более 300 километров тепловых сетей необходимо подготовить к новому отопительному сезону. Объем работ предстоит большой. В рамках реализации государственной программы Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2024 год запланированы три мероприятия. Это капитальный ремонт магистральной тепловой сети в Пущино, капитальный ремонт центрального теплового пункта ЦТП и капитальный ремонт магистральной тепловой сети, в данном случае на 2024 год, это первый. Будут проведены гидравлические испытания, ремонт и проверка всех устройств, которые обеспечивают бесперебойную подачу тепла в квартиры, а именно средства автоматизации, контрольно-измерительные приборы, запорная регулирующая арматура, оборудование и системы теплоснабжения. По этой причине в многоквартирных домах начнут поэтапно отключать горячую воду. Графики размещены на официальном сайте администрации городского округа и теплоснабжающих организаций. Ближайшим образом мы будем доводить до наших жителей, когда, в каком доме будет отключена, на какой период времени, самое главное, отключена подача горячей воды в связи с профилактическими ремонтными работами. А еще немаловажно нам контролировать, чтобы эти сроки выдерживались ресурсоснабжающими компаниями и управляющими компаниями. А лучше, это было бы всегда приятно, жителям оценивается, если подача горячей воды осуществляется раньше указанных сроков. Еще одна важная тема оперативного совещания – реализация инвестиционных проектов. В планах расширять производство на территории Большого Серпухова, а значит создавать новые рабочие места. На территории округа имеются площадки, находящиеся как в муниципальной собственности, так и в частной. В настоящее время на территории городского округа Серпухова реализуется 25 инвестиционных проектов. Сотрудниками администрации на постоянной основе ведется сопровождение указанных инвестиционных проектов. Информирует о мерах государственной поддержки, в том числе о льготной программе «Земля за 1 рубль», годных кредитах и субсидиях. Создание новых рабочих мест, условий для развития новых проектов по модернизации действующих производств, новое промышленное строительство, агротуризм, сельское хозяйство. Администрация городского округа оказывает большую поддержку предпринимателям. По итогам совещания глава Сергей Никитенко поручил усилить работу в этом направлении.
Сегодня отмечается День пограничника. Именно 28 мая 1918 года появился декрет об учреждении пограничной охраны. Но дата стала праздничной в СССР только в 1958 году. В сквере Новоладарского ветераны пограничных служб сегодня по традиции возложили цветы у памятника. Службе в погранвойсках полковник в отставке Александр Иванович Тюкаев отдал 33 года. Сразу после школы поступил в Московское пограничное училище, затем была академия. И куда бы ни забросила его жизнь, свой профессиональный праздник всегда отмечает сослуживцами. Мы, пограничники, всегда где-то пересекались. Вот особенно кадровый состав. Или в училище, или в академии, или где-то на службе. То есть нас не очень много, поэтому каждый или через знакомых, или лично встречались, поэтому естественно. И потом, понимаете, есть такая расхожая фраза, но она очень справедлива. Не каждому дано право ходить по последнему метру русской земли. Понимаете? И эта фраза действительно действует. И когда человек носил зеленые погоны, он всегда чувствует симпатию к тому, кто носил такие же погоны. День пограничника отмечают не только люди в зеленых погонах, но и их верные помощники. Немецкая овчарка по кличке Буся на празднике продемонстрировала свои способности. Сергей Чуясов, хозяин Буси, сам более 30 лет отслужил в кинологическом подразделении. Сейчас он готовит собак для выполнения специальных задач. Сейчас она в процессе подготовки готовится по поиску, ну вот вы сами видели, по поиску взрывчатых веществ. Это объектовая собака, опять же, не различие, есть понятие такое легкое, есть минно-розыскные собаки, есть собаки по поиску взрывчатых веществ. Взрывчатые вещества – это транспорт, помещение, местность и все остальное с этим связано. Достаточно такая коммуникабельная собака, но, сами видите, достаточно хорошо себя чувствует в обществе. Ну, само собой, по поиску взрывчатых веществ собака и должна быть, скажем, ну, не бояться внешних раздражителей. Видите, транспорт и проще здесь ездить. К звуковым раздражителям достаточно спокойно относиться, и к людям не агрессивные. У пограничников свои традиции. В этот день они их особенно чтут. Минута молчания, возложение цветов к монументу в знак памяти пограничников, отдавших свою жизнь при защите Отечества. И сегодня зеленые фуражки получают поздравления не только от родных, близких и сослуживцев, но и от почетных гостей. Вы настоящее братство. Мужественное, надежное, крепкое, сильное. И это проявляется во всем. Той отваги, которую вы проявляли и проявляете в защиту границы нашей Родины. В той отзывчивости, которую мы, администрация, все жители Серпухова прочувствовали с первых дней специальной военной операции. Конечно, в той огромной патриотической, общественной, волонтерской работе. Спасибо вам огромное. Низкий вам поклон. Работа у часовых рубежей нелегкая, тем более, что граница нашей страны самая длинная в мире. К тому же соседей стран у нас больше, чем у кого бы то ни было – 18 государств. И сегодня пограничная служба ФСБ России решает ответственные многоплановые задачи по защите интересов нашей Родины. Депутаты Серпухова проголосовали за льготы по земельному налогу для участников СВО. Сегодня на очередном заседании народные избранники приняли важное решение. Всего на повестке дня было 10 вопросов. Первые три как раз касались внесения изменений в ранее принятое решение Советов депутатов городских округов Серпухов, Протвино и Пущино об установлении земельного налога на территории муниципалитета. Данный проект разработан с целью оказания дополнительной социальной поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции. Проект разработан на основании поступившего в администрацию городского округа Серпухов обращения Серпуховской городской прокуратуры. Проект решения предусматривает реализацию дополнительной социальной поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции в виде уменьшения начисленной суммы земельного налога на 100% в отношении одного земельного участка. Далее народные избранники утвердили положение о муниципальном контроле и сфере благоустройства и жилищной сфере. Положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имуществом, находящегося в собственности муниципального образования, и порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Большого Серпухова. Присутствовали на заседании сегодня глава Сергей Никитенко, представители прокуратуры, руководители профильных ведомств администрации округа.
На заседании политического совета «Единой России» рассмотрели всего один вопрос. Заместитель секретаря Серпуховского местного отделения партии, заместитель главы городского округа Алексей Воробьев вручил билеты новым 9 партийцам. Сегодня у нас достаточно торжественная повестка. Предлагаю начать наше заседание с вручения партийных билетов. В числе новичков – представители активной молодежи, творческих профессий и предпринимательского сообщества. Вручение партбилетов в торжественной обстановке стало хорошей традицией. Новые лица и в рядах сторонников «Единой России». Их представила председатель местного совета сторонников партии, депутат городского совета Надежда Еремина. После торжественной части участники обсудили предстоящие задачи на ближайшее время. Почти 1000 серпуховских школьников сегодня сдавало ЕГЭ по русскому языку. Это обязательное испытание для получения школьного аттестата и поступления в ВУЗ на любую специальность. Анастасия Панферова пообщалась с ребятами до экзамена. В руках только паспорт и черная гелевая ручка. Никаких шпаргалок, кроме одной. Собственные знания в голове. 10-я школа – один из пунктов проведения ЕГЭ по русскому языку. Здесь свои навыки в орфографии и пунктуации проверяют более 100 человек. Пункт проведения начинается со входа, да, где мы сейчас с вами и находимся. Ребята, заходя в школу, знакомятся со списками, которые вывешены на стенде, и узнают, в какую аудиторию они сдают. Дальше они проходят на регистрацию. До регистрации они должны оставить все свои личные вещи. С собой могут взять только паспорт и черные гелевые ручки. На ЕГЭ по-русскому главное – грамотно планировать время и не паниковать. На выполнение дается 3,5 часа. Для ребят важно справиться с волнением. Секрет успеха у каждого свой, так же, как и свои суеверия. Ну, во-первых, желательно не мыть голову перед экзаменом. Положите под пяткой 5 рублей. Ну а так, для удачной сдачи экзаменов нужно готовиться с 10 класса. Я ложилась достаточно рано, чем обычно. Проснулась с полной уверенностью, что я сегодня сдам на 100. Волнительно, но да не очень. Почему? Ну как-то знаю то, что сдам и все. Ну там рубль положить под пятку, там, да, с левой ноги зайти в аудиторию, с левой руки взять. Но я не буду этого делать. Почему, не веришь в билет? Нет. На свои силы полностью рассчитываешь? Да. Каждый экзамен всегда волнительный, неважно какой, хоть мы и в 9 классе сдавали, но все равно это волнительно. Готовилась я сама. В пробниках была орфография. Сочинение у нас было. Сочинение вообще не волнуюсь. Это самое главное, то, что не волнуюсь. Это будущие экологи, учителя, военные, инженеры и программисты. Для каждого русский язык является обязательным предметом, без которого не получить аттестат о среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны также при поступлении в ВУЗ на любую специальность. Они все сдадут на хорошо. Я в этом уверена, потому что они готовились. Ребята, они хорошо знают предмет, просто нужно быть поспокойнее, поувереннее, у них все получится. Знания и багаж знаний у них есть. Все личные вещи отдают сопровождающим, которые будут их ожидать до конца экзамена. Далее все проходят регистрацию, узнают номер аудитории и проходят через металлоискатель. В каждом кабинете ответственный организатор. Он зачитывает школьникам правила поведения на ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Вместе с тем напоминаю, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в аудитории пункта проведения экзамена ведется видеонаблюдение. Во время проведения экзамена вам необходимо соблюдать порядок проведения экзамена. Экзаменационная работа состоит из 2 частей и содержит 27 заданий. Результаты будут известны не позднее 14 июня. Второй обязательный экзамен ребят ждет в пятницу. Они будут сдавать математику базового и профильного уровней. Фактически 100% пациентов, возраст которых превышает 70-80 лет, в той или иной форме страдают от катаракты. Это заболевание хронического характера имеет постепенное развитие. В случае, если вовремя не будет проведено врачебное вмешательство, то может наступить потеря зрения. В Серпухове в клинике микрохирургии глаза проводятся операции по замене хрусталика, чтобы те, кто оказался в темноте, снова увидели мир в красках.
Легкий туман, темные пятна перед глазами, возникновение эффекта двоения. Так начиналась катаракта у Зинаиды Федоровны. Потом появилась пелена, снизилась контрастность и, наконец, полная темнота. Абсолютно. Зрачки при этом стали светлыми. Этот недуг – возрастное заболевание, которое связано с износом хрусталика глаза, потерей им прочности, чистоты и эластичности. А еще положение дел осложнил инсульт. Женщина окончательно пересела на инвалидную коляску и думала, что больше никогда ничего и никого не увидит. Но доверилась врачам клиники микрохирургии глаза, которые вернули зрение супругу Льву Александровичу. У него тоже была катаракта, но другой стадии. И пожалела лишь об одном, что так долго думала и сомневалась. Сегодня Зинаиду Федоровну на прием после операции привез супруг. С коляски женщина уже начала вставать. Видит крупные предметы, проемы дверей. Чаще улыбается. Нам помогли. Муж сделал сначала оба глаза, а потом и меня потащил. Вот я тут с ним. Завтра еще приехать надо. Внимательные, добрые, умные. Низкий прогноз по зрительным функциям был. Сначала мы начали с правого глаза. Запущенная ситуация. Хрусталик настолько уплотнился и настолько изменился, что он начал оводняться, набухать. И практически вот-вот тут была проблема, могла случиться с осложнениями непрооперированной такой катаракты. Помимо того, что свет не проникает туда, внутрь глаза, это развитие заболевания может еще осложниться другими заболеваниями. Сразу после операции пациентка увидела большие буквы Академии офтальмологии, она их даже могла прочитать. Но понятное дело, что она их прочитала боковым зрением где-то, потому что инсульт накладывает свои отпечатки. И, в общем, после реабилитации правого глаза мы пошли на левый глаз. Но вот левый глаз тоже прооперировали. Непростая была операция, но все удалось, все получилось. Сегодня она пришла тоже вот довольная, говорит, что получше стало. Сейчас у пациентки период реабилитации и под наблюдением врача. Перед операцией по замене хрусталика все пациенты проходят полное обследование. Вместе с врачом выбирают тип линзы с учетом особенностей организма, состояния здоровья и запроса пациента. Сама операция обычно длится около 15 минут и никаких болевых ощущений. Пациент находится в сознании во время операции. Анестезия местная. Глаз обрабатывается раствором антисептика, выполняется 2-3 маленьких прокола для ввода инструментов. Мутный хрусталик разрушается с помощью ультразвука и убирается из глаза. На месте остается капсула родного хрусталика, в которую вводится в сложенном виде искусственный мягкий хрусталик и устанавливается в ней. Внутренняя камера глаза промывается, проколы проверяются на герметичность. В конце операции закапывают антибиотик. Лене Гильфикс почти 92 года. Вчера ей прооперировали один глаз, через неделю второй. Уже есть ощутимый результат. Ну, хорошо. Я вижу афиши. Даже так? Лазерный кабинет вот вижу. Тройку эту вижу. В общем, нужно делать операцию и на второй глаз тоже, чтобы было объективное зрение. Конечно. Елена Аскаровна ждет не дождется, когда сможет снова читать новости в своем смартфоне и играть в игры. Долго обсуждая, долго выбирая, мы пришли к заключению, что поставим монофокальный хрусталик, то есть тот, который дает нам возможность видеть хорошо вдаль, насколько это возможно, да, в данной ситуации. И вблизи будут очки по возрасту плюсовые, небольшие, чтобы что-то почитать, увидеть вблизи. Точные цифры по зрению это будет известно чуть позже. Тем более мы прооперировали пока только один глаз, планируется и второй, уже буквально на следующей неделе. Сейчас пациентка проходит противовоспалительную терапию капельную, да, то есть она капает глаза дома. И, соответственно, зрение будет лучше. Сейчас есть некоторые особенности послеоперационные. Опять же, из-за того, что катаракта была очень плотной, да, соответственно, хирургия была более сложной. Есть особенности введения таких пациентов после операции и восстановительный период чуть дольше, чем обычно. Таких историй в клинике микрохирургии глаза сотни. Людям возвращают зрение, дарят веру в себя. Только врачи с сожалением отмечают, что очень многие обращаются за помощью уже тогда, когда наступила слепота. Тянут до последнего, тем самым усложняя жизнь себе и задачу врачу. При очень запущенной стадии катаракты, ее называют перезрелой, набухший хрусталик начинает занимать большую часть передней камеры глаза, таким образом нарушая отток внутриглазной жидкости, вследствие чего возникает повышение внутриглазного давления и развивается глаукома, может быть полная потеря зрения и невозможность его возвращения. Очень поздно, к сожалению, к нам обращаются с этими проблемами, когда мы не видим ни глазное дно, ни зрительный нерв, мы не можем определить прогноз даже будущей, по сути, операции, потому что мы не знаем, в каком состоянии находятся внутриглазные структуры. И это, к сожалению, такая очень частая тенденция.
Поэтому тем, кто будет смотреть нас, желательно, чтобы они приходили все-таки пораньше, хотя бы тогда, когда мы можем больше сделать, а не тогда, когда мы идем на операцию и надеемся на лучшее, делая все возможное. Так что будьте внимательнее к себе и к своему зрению. Клиника микрохирургии глаза в Серпухове оснащена высокотехнологичным оборудованием для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний. Здесь ведут прием и проводят операции любой сложности профессионала, которым уже доверили свое здоровье тысячи пациентов, не только нашего городского округа. Серебряные волонтеры Серпухова продолжают помогать госпиталям и участникам специальной военной операции. Изготавливают простыни, повязки, нижнее белье, вяжут носки. Работу активистов оценили в региональном отделении партии «Единая Россия». Волонтерам вручили награды. За чашкой чая бурное обсуждение, разговоры о планах и насущных делах. Серебряные волонтеры рассказывают депутату городского совета, члену фракции «Единая Россия» Ольге Ковшарь о работе, которую сейчас ведут. У активистов большой заказ от бойцов. Им нужны банданы. Первая партия в 200 штук уже отправлена на передовую. Но этого мало. Мы стараемся делать, что в наших силах. Все шьем. И недавно у нас была очень такая ответственная задача сшить простыни для госпиталя Белгородского. Мы шили около 200 простыней. Это была очень большая партия. Сейчас мы хотим тоже летние шляпы будем шить для воинов, для наших. У нас есть надомницы, которые берут, шьют. И прекрасные есть надомницы в Пущино, которые там конкретно прям помогают, повязки шьют у нас. С начала СВО работа у серебряных волонтеров не останавливается. Активисты шьют и вяжут все необходимое для военнослужащих и госпиталей. За участие в мероприятиях, направленных на поддержку специальной военной операции, Ольга Ковшарь вручает женщинам грамоты. Они именные и подписаны секретарем Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председателем Московской областной думы Игорем Бранцаловым. Отмечены 13 человек. За тот труд, который вы несете, помогая нашим ребятам, помогая нашим госпиталям, столько проходит через ваши руки добрых дел, что у нас в воздухе одна доброта. И это так замечательно, так прекрасно. Людмила Дригваль – одна из активисток клуба. Серебряным волонтером является с 2017 года. Тогда помогала малышам в больницах и детских домах. А сейчас ее труд нужен военнослужащим. Во-первых, я всю жизнь была активисткой. С детских лет, со школьного возраста, люблю свою родину. Муж у меня был военнослужащий, поэтому мне это очень, как бы сказать, тема близка. Я очень переживаю за наших ребяток. Хочется помочь, ну что в моих силах, что в наших силах. У нас такая хорошая компания. Активисты приглашают жителей вступить в свои ряды. Офис находится на улице Дзержинского, дом 3. Работают два раза в неделю. Заказы можно выполнять и на дому. Самый масштабный фестиваль современного танца «Город танцует в парках» вновь посетил Серпухов. В первом сезоне регионального проекта победила студия танцев «Марвел». В этом году коллективы муниципалитета снова поборолись за звание лучших. Их оценивали профессиональные хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев. О том, как в этот раз показали себя коллективы Серпухова, смотрите далее. Привет, Серпухов! О, Дружинина! На сцене Михаил Башкатов, российский актер кино и телевидения, телеведущий. Открывает фестиваль и задает настроение публике. Именно зрители будут поддерживать коллективы во время выступления. Мы сегодня сильны духом, у нас бодрое настроение и все хорошо, наверное, будет. Этот проект «Город танцует в парках» мне очень нравится, потому что здесь все выстроено так, что танцорам очень удобно и танцевать, и потом ходить на мастер-классы. Очень понравилось. Танец – это искусство, танец – это радость, танец – это настроение. Ну а когда показывают настоящее мастерство, технику, наши коллективы, конечно, нас берет за это огромная гордость. И я призываю всех сегодня показать все свои возможности, и пусть победит сильнейший. Первой на сцену выходит детская хореографическая студия «Сельфида» с номером «Сколько лет, сколько зим». На сцене не
не профессионалы, а любители. Оценивают их мастерство художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и профессиональный хореограф Александр Могилев. Радует вообще, что Серпухов, для меня лично, я бывал в Серпухове и по другим проектам, Серпухов является показателем хорошего танцевального уровня, а значит, и культурного. Для меня этот проект один из самых важных сейчас по стране, потому что в нем не только просветительская и образовательная миссия, но и вообще культурная, потому что люди, которые приходят в парк, они так или иначе встречаются с прекрасным. А дети, которые транслируют это прекрасное, они являются участниками и трансляторами вот этого искусства. Мне кажется, это такая огромная миссия вообще для не только для конкретного парка или для конкретного города, а вообще для страны. Потому что люди, которые приходят в парк, они так или иначе встречаются с прекрасным. А дети, которые транслируют это прекрасное, они являются участниками и трансляторами вот этого искусства. «Город танцует в парках» – уникальный региональный фестиваль современного танца. Он позволяет каждому муниципалитету показать свои сильнейшие творческие коллективы, а также получить профессиональную оценку жюри. Хочу в первую очередь поблагодарить городской округ Серпухов, который второй год подряд принимает наш фестиваль современного танца. Что я хочу особо отметить? Если в прошлом году география нашего фестиваля насчитывала 37 муниципальных округов, то есть 30 площадок и 37 команд-финалистов приняли участие в нашем грандиозном гала-концерте, в этом году мы сохранили 30 площадок, но 55 коллективов из 55 муниципальных округов в этом году примут участие в финале. В прошлом году победителем регионального фестиваля стал танцевальный коллектив Marvel Crew. В подарок ребята получили танец от известного профессионального хореографа Анастасии Чередниковой. Мы готовились, и как бы мы выезжаем на чемпионат, и как бы мы немножечко варимся в этом, и когда мы прошли дальше на гала-концерт, там уже было посложнее, чем в городе. Было неожиданно, что мы победили, и это факт, потому что команды были достойные, коллективы были большие, сильные со всего Подмосковья, и очень здорово. И гордо, наверное, за руководителя, за студию, за девочек, что мы смогли пройти туда и победить. В этом году ребята снова на сцене в качестве участников, борются за звание лучших. Серпухов, как и в прошлом сезоне, снова бьет рекорды. По итогу в гала-концерте примут участие два финалиста – Marvel и Сильфида, команда филиала ДК имени Ленина. А в завершении праздника – концертная программа от профессиональных танцевальных команд, а также мастер-класс по современному танцу. «Ярко в парках» – традиционный фестиваль перед летним сезоном прошел в парке имени Олега Степанова в выходные. Чем порадовали организаторы посетителей, расскажем далее. Жаркий полдень, и в парк спешат всей семьей отдохнуть, подышать у водной глади, полюбоваться на лебедей, принять участие в различных мастер-классах. Пришли в парк с ребенком погулять, насладиться хорошей погодой. Вот. И очень хотим попасть на мастер-класс по изготовлению мороженого. Часто сюда ходим, нам очень нравится. Недавно пришли, но уже впечатлены. Очень хорошо. И погода располагает, и мероприятие. Очень рада, что в нашем городе родном такой парк замечательный есть. Сегодня, в день подмосковных парков, самое время признаться в любви. К этим тенистым аллеям, замечательному пруду, уютной благоустроенной зоне отдыха. Здесь отдыхаешь душой как-то, да еще около пруда с лебедями, это вообще прекрасно. Никогда пусто не бывает здесь, всегда можно для себя что-то найти. Пенсионеры занимаются, обратила внимание, наши долголетки. Там и канатная дорога, детские площадки, спортивные площадки, в теннис играют, вообще здорово. Парк очень хороший. Мне очень нравится. Даже советую людям, когда есть время свободное и хочется какого-то уединения, приходить в этот парк и наслаждаться. Любят отдыхать в парке и взрослые, и дети. В этот день мы встретили и молодоженов, которые отмечали здесь один из самых главных событий в своей жизни – рождение семьи. Самое лучшее решение для нас было то, что вот именно в Олега Степанова мы будем праздновать. Очень красивый парк, и тут и пруд, и вроде как и места красивые. Много очень красивых мест для того, чтобы сфотографироваться молодым, с гостями. ЗАГС красивый, пруд, который благоустроили.
Нам все понравилось. Большая разнообразная программа ждала в этот день многочисленных посетителей парка. Впереди еще были показательные выступления творческих и спортивных коллективов, детского театра «Чересчур», цирковое представление, можно было приготовить тайское жареное ролл-мороженое, расписать гипсовые игрушки, поучаствовать в зарядке и поиграть в настольные игры, погрузиться в творчество. Воды много не берем, берем теперь красочку. Давай закрашивай красный сейчас, пока шарики не высохнут. Вот здесь добавим бликов, пройдемся по нашим шарикам. Видишь, чуть-чуть светлее получается, да? Добавим блики. Вот, отлично. Фестиваль «Ярко в парках» в этот день прошел в 80 подмосковных городах. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале, чтобы быть в курсе событий и всего самого интересного. Thank you.